перед началом думаю, делать ли. Звук из сердца будет мне сигналом, где-то там вдали. Сегодня утром думы день мой начали, в чем вблизи. Где-то тут, внутри, и думать сразу перестал. Нельзя сомнением победить, не зря канал я создавал. В жизни прекращай меня дразнить. И победил, и проиграв. Не проиграешь, один лишь раз победу повстречав. Закончу здесь рассказ. Об остальном при встрече одно неизменно. Не проиграешь, один лишь раз победу повстречав. А также ссылки на Ангелину Рыбегут будут в описании. Ну и на мой телеграм-канал по криптовалюте. Ну, я, кстати, на крипте уже неплохо заработал. Там вывел на квартиру, еще на всякие ништяки. Сейчас ее сдаю. Ладно, мы продолжаем. Я с 10 утра, как только проснулся, написал самый обычный план. Потом я его раздвоил, чтобы было два видео. Спасибо большое моему монтажеру, что сотрудничает и помогает. Почему я решил участвовать? Не меч, не злато. Третий путь. Ликуй, Минера. Пару интересных фактов о Рыбегут. В 2020 году написала книгу «История одной содержанки». Снималась в 2021 году для Vixen, Blacked и так далее. В теннисном смарте более 8 лет. В Ютубе более 30 подписчиков. Более 83 подписчиков в телеграм-канале. Также ссылка в описании, напоминаю. Множество интервью. Все натуральное. А у меня лишь один вопрос. Почему вы не действуете? Почему каждый раз вы упускаете возможности? Я его задаю прежде всего себе. Я решил поставить все на карту. Пан или пропал. Ну и конечно, кто давно подписан на Рыбегут, знает об отличном чувстве юмора. Некоторые спросят, что я выберу. Один из запоминающихся дней. Поездку в Москву, ну в принципе от СПБ рядом. Или деньги. Тот, кто меня спрашивает об этом, не будет иметь ни того, ни другого. Потому что каждый ответит то, что он выбирает. Ангелина Рыбегут. Я выбираю свою дорогу. Пока что все мои действия оборачиваются сторицей. Чего я вам желаю. Спасибо. Мнение также можете написать в комментариях. Поддержите там лайком, если понравилось. Первая, вторая часть. Целый день работали с монтажером. Всем удачи и спасибо за внимание.